закрыта. Онкология – это, скажем, протокольная медицина, вот, где наши онкологи, ну, настолько ревностно относятся, туда нельзя войти ни одним препаратом, ни одной методикой. Но те пациенты, которые на сегодняшний день получили результаты, у меня такие пациенты есть. Я не хочу сейчас афишировать, сами понимаете, чтобы не вызвать такой вот резонанс. Когда мы сможем уже заявить, проработав не один месяц, получив прекрасные результаты, опубликовав их, тогда мы можем об этом говорить открыто. Сейчас приходится, ну, немножечко полулегально пациентов лечить. Но у меня есть пациенты, которые с четвертой степенью онкологии, рак яичников, с метастазами, люди, у которых там были показатели крови вообще уже запредельные, лейкоциты 1-2. Доктора знают, что такое, да? Когда гемоглобин там был 50-60. И на сегодняшний день, проходя терапию нашими приборами и пройдя курс, скажем, контрольного обследования, уже те врачи, которые их наблюдают, они не верят просто, что такое вообще может быть. Что гемоглобин поднимается до 115, скоро до 120, что опухоль практически ушла, уменьшилась. Они говорят, если бы мы не видели предыдущие результаты, мы никогда бы не поставили диагноз кистомы яичника, рак яичника. Вы понимаете, с чем мы имеем дело? Но здесь, естественно, нужно ко всему подходить профессионально. Профессионально и доказательно. Вот над этим мы сейчас работаем. И вот то, что последний результат, мне показывают время. Буквально мы шли сюда на это мероприятие, мне прислала Любовь Сергеевна, опять-таки, очередной потрясающий результат. Это нашего доктора-травматолога, реабилитолога из Киева. Когда ребенок, парень, 19 лет, получил тяжелую травму, ныряющий. Травму шейного отдела, 5 позвонков было повреждено, тетраплегия, парень не мог двигать ни руками, ни ногами. И на сегодняшний день, применяя Universal, у него появилась двигательная активность, парень уже находится в активном состоянии, он уже, написали, что он уже начал снова плавать, буквально за полторы недели. Вы понимаете, какие-то результаты.